В новом многоквартирном доме на улице Красноармейская восстановили работу лифтов. На данный момент в каждом подъезде функционирует по одному подъемнику. В работе оборудования произошел сбой из-за скачка напряжения. Специалисты оперативно приступили к устранению проблемы. Запустить пассажирские лифты удалось спустя неделю после аварии. Сгорело много электронного оборудования, в том числе частотные преобразователи, в том числе комплектующие, некоторые платы. Вот, соответственно, да, пока провели диагностику совместно с заводом, пока все заключения, вот, заказали пока оборудование, оно приехало в максимально сжатые сроки, насколько это было возможно. Аналогичная ситуация произошла в домах 5 и 7 на улице Московская. Полностью завершить все работы специалисты планируют на этой неделе.